Земля, под землей лежит Бог его. Thank you.
некая именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ей венарицаемая Мария, я же и седше при ногу Иисусову, слышаше слово Его, Марфа же молвишь о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя, единуми остави служите, рцы оба ей да ми поможет. Отвечав же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвишь о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Быть же игда глаголыша сия, воздвигши некая жена глаз от народа рече ему, блаженно чрево носившее тя, и сосца я же иссисал, он же рече, тем же убо, блаженни слышащие слово Божие и хранящие. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, презри милостивым Твоим оком на скорбь многоболезненный вопль чад Твоих земле украинских сущих. Избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролитие от враги належащей беды, лишенный кровь введи в дом и алчущий напитай, плачущий утеши, разделенные совокупи, не оставь стадо свое от сродник своих возглавлений сущих, умолитеся, но скорое примирение, как и щедр даруй, ожесточенных сердца умягчи, к Твоему познанию обрати, мир церкви Твоей верным чадами ей подашь, да единим сердце, единим устами прославим Тебя, Господи, Спасителя нашего, во веки веков. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью. О, блаженней во преблажное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Да никто от оглашенных лицемерник, паки, паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Премудрость, яко подобает Тебе всякое слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический монашеский чин, весь причет церковный, жертвователей, благоустроителей и благоукрасителей святого храма сего, настоятеля, братью, прихожан святого храма сего, всем где предстоящих, поющих и молящихся, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Yeah.
за многие, сливая моя, во оставление грехов. Это их праздник. Ради их
земного образа жизни ради их жизненного пути, ради их любви, ради их смирения, ради их терпения родилась в этот мир Пресвятая Дева Мария, имя которой переводится как «Госпожа Надежда». И вот эта надежда, которой всю свою земную жизнь прожили святые праведные Иоаким и Анна, оправдались рождением целой госпожи, которая в итоге стала Царицей Небесной, которую Церковь именует честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Вот если мы представим образ этих святых праведных родителей Иоакима и Анны и представим их тяжесть семейной жизни, потому что еще и в наше время все равно находятся семейные пары, которые еще способны грустить и болеть сердцем и душой терзаться, если у них не появляются дети в течение их семейной жизни. Слава Богу, еще есть такие семейные пары. Но на тот период для ветхого человечества вообще было, так скажем, неприемлемо, если в их семейной жизни, в течение семейной жизни не рождались дети. Потому что они были искорени потомки Давида. И они очень тоже ждали и жили надеждой, что из их рода произойдет так долгожданный, обещанный некогда Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. И наверняка, как и в сегодняшнем мире, когда все дальше и дальше шли их годы семейной жизни, и не рождались у них дети, наверное, и ему, и ей поступали предложения оставить его или ее, найти другого или другую, продолжить счастливую свою семейную жизнь уже в другом измерении, что вот какой смысл ты живешь, детей нет. Оставь ее или его, возьми другого человека, и с ним ты точно заживешь счастливо. Разве не такие слова страшные слышатся из поколения в поколение, из века в век? И ладно бы одно дело, когда люди оставляли, но люди живут параллельно. И в этой семье живут, и на стороне заводят детей, и в итоге страдает и эта семья, и, конечно, страдает та семья, и все вокруг такого безумства страдают люди. И вот пример непоколебимости святых праведных Иоакима и Анны заключается в том, что помимо того, что им самим было тяжело это осознавать, что у них нет еще детей, а тем более под конец, финал их земной жизни, наверное, уже посещали мысли, что уже теперь-то их и не будет. Но и люди, вместо того, чтобы поддержать, помочь, наверняка еще злорадствовали, подталкивали к тому или иному греху, или просто-напросто игнорировали, что тоже бывает очень тяжело, каждый по себе это, наверное, не знает. Но вот, видимо, так Господь устроил, чтобы все человеческие страсти и пороки в этой семейной паре улеглись, что любовь друг к другу и верность они пронесли через всю свою семейную жизнь, не даже мысленно, не сомневаясь, что так и должно остаться. Через такие жизненные обстоятельства они научились смирению, они научились терпению, у них искоренилось всякое понятие гордости. И вот когда они по-человечески достигли высоты, чтобы можно было бы сказать уже христианской жизни еще до рождения самого Христа, и тогда Господь
даровал им чадо, настолько долгожданное, настолько любимое. И они, когда уже поняли через свою прожитую земную жизнь, что смыслом жизни может быть только любовь к Богу и возможность честно пронести эту любовь и преданность Богу, а в Боге и друг другу, то они и дали обещание, что отдадут на служение Богу своего ребенка, настолько любимого, настолько долгожданного плода всей их земной жизни. Потому что они уже давно осознали, что ничего в этом мире не может быть дороже и счастливее возможности послужить Богу. И вот их семейная жизнь – это было не что иное, как возможность через свою семейную жизнь полностью отдаться в руки Божии. И поэтому они для нас по человеческим меркам, это кажется тяжело и странно, что обещали отдать на служение Богу своего маленького, долгожданного ребенка, по сути дела, еще даже младенца. Но с их точки зрения, с их измерения уже жизни, это было единственное важное, что они могли дать своей дочери, чтобы воспиталась она в возможности служению Богу. И вот дальше, если мы даже чисто по-человечески вспомним свои молодые годы семейной жизни, когда рождался первенец в семье, долгожданный первый ребенок. Во-первых, конечно же, он и долгожданный, и он, казалось бы, самый любимый в этом моменте, что у него он первый. Но ввиду своей молодости, необузданности своих собственных страстей, к сожалению, мы вкладываем в воспитание и много ошибок. Мы совершаем много ненужных шагов по отношению, как нам кажется, любви и воспитания к своему первенцу. И поэтому часто бывает не самый, так скажем, полноценный опыт воспитания первенцев в семейной жизни молодых семейных пар. Много случается ошибок, горячности, необдуманности. Но и вот в этом кроется огромная разница между первенцами молодой семейной пары и той же семейной пары, но когда уже переваливает, может быть, уже за вторую половину супружеской жизни, и Господь дает вдруг ребенка, то это уже совершенно иная история. Во-первых, уже в самих взрослых людях, в родителях, угасают некоторые такие явные прям страсти и пороки. Особенно если люди верующие. Они каются, они исповедуются, они молятся. И через это в них угасают их собственные страсти и пороки. И вот дети, которые последние, особенно в зрелом возрасте родителей, это настолько отличающиеся дети, они очень ласковые, они очень добродушные, они более отзывчивы и более склонны к любви. Потому что мы их уже своими собственными недостатками не угнетаем. Потому что часть каких-то собственных недостатков уже исчезает и в нашей с вами собственной жизни. И поэтому уже рождаются более восприимчивые, так скажем, высокой духовной жизни дети. Вот образ Пресвятой Девы Марии на образе семейной жизни ее родителей, святых праведных, Бога Отец, Иакима и Анны, это свершилось в полной мере. Мы по-человечески только можем размышлять, а в их случае это совершилось в самом совершенном полном смысле. Родилась та, которая стала способной через свою любовь к Богу и через чистоту своей собственной души и жизни стать вместилищем самого Спасителя и Господа нашего Иисуса, чтобы под именованием этой Вселенной вошли бы и наши с вами сердца
вошли бы наши с вами души и умы. Потому что мы часто ищем в жизни, чему бы порадоваться. Иногда радость находит нас сама, иногда этой радости мы ждем и ищем. Но сегодня нам Святая Церковь, нам Священное Предание дает возможность прикоснуться к той радости, которая должна бы, по сути дела, накрыть всю Вселенную. И если человек внимательно вдумается в события, в смысл происходящего сегодня события, то должно откликнуться сердце верующего человека и войти в сегодняшнюю радость Рождества, рождения Пречистой Девы Марии и Святой Богородицы. Еще раз всех вас с праздником, дорогие братья и сестры, причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Сейчас со вниманием выслушаем благодарственные молитвы по Святому. Thank you.